Привет, привет, всем привет, друзья, добро пожаловать на наш канал Турецкий Папаша. Друзья, сегодня классная погода в Анталии, центре Коньялты Саиль, Коньялты Плаж. Сегодня мы хотим вам рассказывать, почему мы не живем в Диярбакыре, или почему мы не живем в Новосибирске, почему именно мы живем в Анталии, друзья. Вот, скорее всего, это тоже многим интересно, потому что вот я в другом городе, Катя в другом городе, но мы совсем не в своем городе живем, мы живем вообще, который, не знаю, далеко от нашего настоящего города. Родного города. Будем это говорить, друзья. Давайте, Катя, сначала тебе хочу сказать, ты что, почему ты не живешь в Новосибирске? Или мы с тобой, почему мы не живем? Почему мы не живем в Новосибирске? Да, почему мы не живем в Новосибирске? Скажи мне, пожалуйста. Мы не живем в Новосибирске. Давай так идем чуть-чуть, такой классная погода. Почему мы не живем в Новосибирске? Ну, потому что я вышла за тебя замуж, а ты уже жил. Ну да, это давай. Ну, например, когда... Подожди, когда ты уже приехала, ты не приехала, чтобы выйти замуж со мной. Ты просто хотела жить, где море, да? Вот. Потому что в Новосибирске очень холодно, там 9 месяцев зима, да. Там грязь, грязь. И всего 3 месяца лета, но это лето с большими комарами. Но тем не менее, ты меня тоже спрашивал, что мы не живем в Новосибирске. Ну вот ты бы хотел жить в Новосибирске? Ну, ты был в Новосибирске? Да, я был в Новосибирске, друзья, я был 11 лет. Ну, когда ты мала, и тебе город нравится. Почему мне нравился? Потому что в это время был май. В мае я был в Новосибирске, и в это время погода была отлична. Типа, не холодно, не жарко. Поэтому мне понравилась, друзья, погода. И, конечно, там другой все, потому что там новый город для меня, это новые люди, видишь, семьи, видишь, русские люди, семьи, как живет. Например, мы были на твоей маме дом, мамин дом. И поэтому мне было интересно все это. И все время, куда-то мы ездили, например. Мне, конечно, было интересно, друзья, ну, если вы мне спросите, что постоянно, ну, постоянно. Постоянно, скорее всего, я не могу тоже жить, потому что... Илья, мой здоров. Там кушать нечего. Кушать, да, ваша еда, ну да. Не только еда, еще из-за климата, ну когда холодно, я часто болею, друзья. Потому что у меня камень есть на печке. Почки. Этот, когда холодно, мне очень плохо. Да, ты знаешь об этом. Даже в России тоже я болел у меня из-за почки. Из-за почки, друзья, у меня заболел мой мама. Мама Лена лечил меня с какой-то был... Морс тебе делал. Морс делал мне, да. Вот морс делал мне. Из клюквы. И я себе нормально чувствовал. Еще второй город, друзья, Диярбакыр. Да, почему мы не живем в Диярбакыре? Рассказывай. Я буду рассказать, да? Подожди, камера не очень. Иди этот сторону, пожалуйста. Да, друзья, почему мы не живем в Диярбакыре? Первой моей работе. Ты как думаешь? Конечно, друзья, мы хотим там тоже жить, но иногда это не получится. Вот, друзья, почему мы не живем в Диярбакыре? Хороший вопрос. Друзья, первая моя работа, вы знаете, что я учил туризм, и когда в туризме работаешь, тебе надо в туристических городах жить. В Анталии, Бодрум, Мармарис. Тебе надо в таком месте работать и жить. Это не что я не хочу жить в Диярбакыре. Кстати, мне очень нравится мой город, очень красиво, там мой культур, моя семья, все родственники там. К сожалению, вот иногда это не зависит от тебя. Вот ты хочешь жить, но ты не можешь. Это, конечно, иногда жалко, потому что я
очень люблю свой традицию, я очень люблю свой культур. Поэтому, друзья, вот из-за этого мы не можем жить. Не знаю, даже у нас, если была бы вариант, если моя работа была бы в Диарбакире, мне интересно, как я бы жила мне там. Мне интересно, ты бы жил там? Мне кажется, я ты бы жил. Тоже нет. Ты уже 15 лет живешь в Анталии, и сам говоришь, что ты очень любишь море, очень любишь вообще жизнь в Анталии. Ты уже отвык от консервативного Диарбакира давным-давно, и я думаю, что... Через месяца два, когда ты там насытился бы семьей, своими друзьями, тебе бы стало там скучно. Ну нет, я не думаю так. Друзья, да, я 15 лет уже здесь живу, в Анталии. Но, например, я думаю, что если у нас был бы вариант жить в Диарбакире, Катя бы не жила. Почему? Потому что Катя первый любит очень море, и я тоже. Я бы сказала, что если бы там было море, было бы идеально. Было бы идеально. Знаешь, если было бы Диарбакир море, Диарбакир не было бы интересно. Ты думаешь, что когда есть море очень... Ну, я так не думаю. Просто климат, например, в Анталии удобно, потому что тепло, все год, ну... Весь год тепло, друзья. Поэтому Диарбакир зима холодно тоже. Ну, конечно, не очень холодно, но минус максимум, ты можешь видеть минус 3, минус 5. Это максимум. Обычно там тоже 5 градусов, 10 градусов зима, 15. Но просто я тоже люблю море, но это не значит, что я без моря не могу жить. Я так никогда не говорю и никогда не сказал. Всю жизнь жила без моря. Ну да, я но тоже. Если есть вариант жить на море, живем на море. Хочу спросить Катю, что она скучает в Новосибирске или нет. Давай, Катя, скажи нам, пожалуйста. Честно. Честно скажи, что ты скучаешь в Новосибирске. Честно, я не скучаю. Нет, я скучаю, безусловно, по людям. Конечно же, в Новосибирске. Громче говори, пожалуйста. Скучаю по своей семье, по родным, по друзьям, всем, кто там остался, они все до меня никак не доедут. По людям скучаю очень, а по самому Новосибирску как-то не очень. Ну, я никогда сильно не любила, как сказать, не то чтобы, но у меня, как говорится, не было вариантов. Там, не знаю, жить в другом городе, но, наверное, если бы я выбирала, я бы не выбрала Новосибирск. Mm-hmm. Потому что он очень серый, Новосибирск, ну, сейчас даже скажу так, прям грязный. Я считаю, что муниципалитет Новосибирска плохо смотрится Новосибирском, можно из этого... Ну, вот я была в других городах России, да, есть города намного... чище, красивее. И, хотя у Новосибирска огромный потенциал, в Новосибирске очень много важных, как сказать, важных для всей страны, там, всевозможных заводов, университетов. А, да, ты помнишь, ты сказал, что этим здесь он и славится, очень престижный. Да, да, очень престижные в Новосибирске есть университеты. Кадым-городок и так далее, и тому подобное. Очень много. Я горжусь тем, что я выросла и родилась в Новосибирске, безусловно. Я всегда с гордостью говорю, что я из Новосибирска. Но, ну вот, в частности, климата, жизни там, я далеко, ну, как бы, не в восторге. Может быть, я еще до такой степени не заскучала здесь. По Новосибирску. Я не скучаю абсолютно по снегу. Я прекрасно живу без снега. И вообще пока видеть его не хочу. Да, сначала, друзья, она так жаловала. Я думал, что сейчас наши подписчики будут сказать, что которые особенно живет в Новосибирске, что Катя, ты там 30 лет жил. Какие 10? 30, я говорю. 30, да. Ну да, 30 лет там ты жил, и сейчас ты жалуешь. И, кстати, у всех нету так вариант, как бы приехать в Турцию или где море. Всем, да, всем я не считаю, полезно. Что человек может жить там, где он хочет. У меня огромное да, количество... Да, всегда это не получается, не Катя. Знаю, у меня есть подружки, которые, нет. Например, вот она захотела
там жить в другом городе, например, в Санкт-Петербурге. Собрала вещи, поехала и живет в Санкт-Петербурге. Захотела жить в Москве, собралась и поехала. Ну, например, у тебя есть дети, например, нет, они, ну, у них в школе есть, если что-то есть, ты не можешь так нелегко. Ну, кого-то есть, не знаю, главное шанс, желание, кого-то нету. Нет, не только желание, думаю. Ну да, желание, конечно, тоже должен быть, но всегда у тебя, не знаю. Человек хозяин своей жизни. Человек, вот тебе я говорю. Считаю. Например, подумай, у тебя мама, почему сейчас не приедет сюда? Например, не знаю, твоя мама, папа, вот тоже почему не живет. Ну, думаю, что всегда это не зависит от только человека. Иногда они думают другой. Бывают обстоятельства, но не могут быть обстоятельства сильнее человека. Это неправильно. Даже я твою маму спросил недавно, ты помнишь, я сказал: мама, давай тебе здесь снимаем квартиру или купим тебе здесь квартиру здесь. Она говорит: нет, я здесь только хочу летом, друзья. Типа, ну, потому что у мамы она... там работа тоже там, ну, как бы жизнь, она еще не готова, кто его знает, что будет завтра. Она, мама еще молодая, и может быть, потом она захочет да? жить. Ну да, пока она, я спросил, просто мне было интересно, как она думает, хочет жить, не хочет. Ну, друзья, я понял, что она не хочет. Поэтому я уважал под ней, что, потому что я думал, что это она себе так комфортно чувствует, ей здесь будет тяжело. Поэтому, конечно, это ее выбор. Ну, просто это... она пока работает, достаточно активно работает. Она же понимает, что... чтобы здесь жить тоже, ну, как бы нужны средства и все. Поэтому кто знает, как дальше. Ну, давай. Хорошо, друзья, у нас сегодня был такой день, мы под солнцем хотели снимать видео для вас, надеюсь, вам понравилось это наше видео. Друзья, если вы не подписались на наш канал, пожалуйста, подпишитесь и, пожалуйста, берегите себя, мы вас очень любим. Всем пока-пока, друзья!